Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Вы на игровом канале Свободного, на канале, где проходят самые классные видеоигры. И сегодня мы продолжим проходить Dead Cells. Мы уже победили Привратника, теперь задача пройти дальше, узнать, что нас ждет дальше. В прошлый раз нас съел сундук, в который я засунул свою ногу, и вы видели, что случилось. Я начну... Начну забег заново, вот, чтобы все было красиво, с чистого листа. У меня обновляется сейчас щит, лук и даже, по-моему, вроде как все обновляется, так что забег будет интересным. Так, первое, что здесь есть у нас? Широкий меч. Не прерывается атаками врагов. Так, головешка и дубина. Я хочу рестарт. Я хочу другие шмотки. Хочу другие шмотки. Что-то подинамичней. Определенно что-то подинамичней. Раз, побежали, побежали, побежали. Кинжалы, может быть, или кинжал за спинной кость. Так, новый лук. Давай. Давай попробуем, как бы, за лучника сыграть. Вот это выглядит интересно. Чисто... Чисто, короче, такой своего рода... чисто рендж. Рендж билд. Сделаем. Напоминаю, если мы победим 30 противников без попадания по нам, то откроется доступ в комнату, где нормальные такие где нормальные такие награды падают. Так, ладно, у меня еще есть шанс. У меня еще все равно есть шанс. Нужно силки набраться. Я думаю, если для этого лука какой-нибудь апгрейдец взять, то станет поинтереснее. Вот прям чувствуется, что ему он может быть сильным, только нужно что-то... Так, это у нас... ловушка тоже дальнего боя. Давай возьмем. Давай возьмем. Что же, ловушка, да? Угу. Вот как раз будет перезаряжать. Будем заспамливать вместе с ней. Так. Тоже фиолетовая штука. Еще одна похожая ловушка. Еще одна похожая. У нас прям уже такой мощный получается рейндж билд. Прям очень сильный. Давай возьмем жизня. О, можно, смотрите-ка, стрелять с... стрелять с веревочки. Ну, я когда возьму мутацию на рендж, я думаю, станет поинтереснее. Пока сила такая, средняя. Средняя. Опа, еще лучок. Знаете, вот такой вот лук, мне кажется, даже поинтереснее. Смотрим, поскольку стрел. А, кстати, получается, если я, допустим, стреляю сначала правым, ну, три правых стрелы заряжаю, а потом левым, то левый будет бить криты постоянно. Смекаете, да? Смекаете? Там же надо, чтобы противники стрелы были.
Вот. Это может быть интересно. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Такс. Тропа уже. А я еще элитного противника не победил на этом даже. А он для меня означает... Он для меня означает наличие... ну, этот, в общем... бонус. Какая-то шмотка, может, или еще что-то такое. Нужно до него дойти. Вот это вот по-своему удобно. Можно как бы за спину щитовикам закидывать. Ну, вот о чем я говорил. Мистер. Он встал в ступор просто. Это что у нас? Это, по-моему, просто голда. Нормальное количество голды. Это что такое? О, это отсылочка на Майами. Неправильно набран номер. С телефона раздалось. И все? А дать что-нибудь? Съесть надо? Открыть холодильник? Вы ч... Да ну. Хм, интересно. Я думал, оно запустится. Предыдущие они сразу срабатывали, а здесь как-то по-другому. Здесь надо какое-то условие, что ли, выполнить. Так, а где же? А где враг элитный? Его здесь типа нет, что ли? Пойдем через канал в этот раз. Милые, правда? Тащат эти огромные мешки. О ком речь идет? Фиг его знает. Так. Клетки. Огниво. Зажмите атаку и несите создающий пламенный след. Звучит круто. Пускают наводящие стрелы, которые наносят больше урона. Так, давай... Давай, вот это. Буду качать первый попавшийся. Что-то новое. Я работаю на конец, могу больше не сражаться дешевле. На самом деле, меня здесь быть не должно. Пусть останется между нами. А что значит починить? А, можно плюсов накинуть, типа оружие. И что это даст? Ну, допустим. Раз... Сколько было? Сколько стало? Увеличиваю скорость на 5 после убийства врага. Выстрел оставляет за свой огненный след. Перековать. Один плюс. Что, 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 что? Как он нравится? Это что там было написано? Сложно представить, как таким инструментом можно перековать гранату или лук. Халтура, а не геймдизайн. Есть такое, есть такое, есть такое. 25, чутье охотника. Так. Ну, безмятежность. У нас лукерский билдец. Надо вообще другие найти ловушки. Что-то такое... Что-то такое поинтересней. Давайте сейчас тактично будем идти, короче. Чтобы попробовать 60 противников забить. Откуда он вылез? Откуда вылез скорпион? А, вот откуда. Опа. Слушай, вообще какие стрелы зачетные стали. Они стали огня накидывать. Ну вообще, с этим огнем это выглядит мощнее всего, потому что много стаков огня. А вот так сделается? А, зачетно, зачетно, зачетно.
Так, можно раз накинул туда огня. А, блин! Я понял, кто оставляет эту историю. Опа, это что такое за красотка? Липосакция. Вы получаете одну дополнительную клетку, когда убиваете врага. Бонус длится 45 секунд. Названо липосакцией. Ага. Тише, 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 тише. Нормально так клеточка-то падает. Скорпионы очень могут быть неожиданными. Да блин, не, я здесь, короче, не набью с этими скорпионами, которые появляются из леса Вестима. Это будет сделать. Вот на такие случаи ловушки хороши. Когда надо личиночки. Когда надо вниз, как бы, гасануться. Блин. Горите, ребята. Тысяч-тысяч, такой анимации появляется. Но ловушки откатываются мощный. Свиток силы? А, это дальше как раз. Я уж думал, что пропустил. Так. Давай здоровье возьмем. Сейчас здоровье все-таки поважнее будет. Начинаю думать, что один правый лук гораздо интереснее всего. Потому что, ну, так-то почаще пригождается. Да и три стрелы, как бы, у него запас очень большой. Нормально, нормально, нормально. Идем, идем. Хотя вот так-то тоже, но не, они хороши по-своему. Амулет-стопазм. Когда получаете урон, ну такое, такое. Не под мое, не под мою историю. Хотя если что-то у меня будет под огонь, то может стать интересно. Так, ага. Выглядит прочной, но теперь она сломана. Во что бы то ни стало, держи эту дверь закрытой. Если крысы выберутся отсюда, то разнесут хворь. Во время эпидемии крысы всегда... Не знаю, мне крыс нравится. Такая реакция. И что-то не похоже, что такое дырище могли проделать крысы. А кто? Чтобы... Так, сейчас, где там? В первую очередь... Нам намекают, что какой-то своего рода босс, может, и выбрался, или еще кто-то похожий. Опа, а, это амулет, это моя вонючая туча. Это хорошая вонючая туча. Такс. Баффетс. Уоррен Баффетс. Тише. А, я успел, смотри-ка. Если, короче, очень быстро проскочить. Это что такое? Если очень быстро проскочить, то у тебя лужа не дамажит. Тихо. Так, лукерка, разделайся. Тоже еще одна дверь. Здесь никого. Это дверь с решеткой, помните, где руну надо было ему принести? Такая же. Вот она, скорее всего, руна где-то здесь тут есть. Интересно. А-а-а, вот это да! Вот это она вжарила, блин.
это вот... Тихо! 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 Это очень... Много урона. Много. Так. Что ты нам покажешь? Замораживающая граната. Да я на что угодно готов ее поменять. Потому что и то я хочу сменить. Но почти беспонтовая. Кстати, смогу сейчас попробовать заценить таки, что делает огонь при заморозке. То есть сейчас я, допустим, поджарю и вот так сделаю. Горим. Что происходит? Кто понял? Я... Нет. Сейчас надо еще разочек сделать. Еще разочек сейчас сделаем. Это. Самая парашливая параша. Не, ну она в натуре такая. Но я, возможно, как-то ее пользоваться можно нормально. Может, билд какой-то есть на этой курице. Если кто знает, напишите. Крутой билд. Сыграем на курице. Почему за мной шлейф такой? Это кулон такой дает? Что это? Блин, я походу пропустил. О, парные кинжалы. Давай мы их заменим, кинжалы, на... Вот так. Вот это сюда, а вот это сюда. Откуда у меня проджектайл вылетает? Вот. Для чего? Чтобы... Этот. Как его? Чтобы... Ну, иногда надо же, видели, ситуации там бывают, что надо вблизи с кем-то махануться. Вот. Двумя луками это делать не очень... Это что такое? Щекотунь. О, еще лучок. А вот это? Слушай, вот это интересно. Вот это я оставлю. Я вот так возьму. Какой там лук? Что он делает? Он долго замораживает и 80, если враг отравлен. Вот если бы горел... А, что долго? Там урон же. Там... Урона немного делает. Но эти два лука интересные. Типа вот так и... Они... Что происходит? Он стакается? Он просто замедляет, типа. Типа если в огонь стрельнуть заморозкой, то просто за... Замедление появляется. Так выходит. Ах ты! Ах ты! Ах ты! Ах ты! Друг, ну ты друг, конечно, такой друг. Такой дружеский. Вон она, этот, с руной. Ага, вот ты где. Она здесь, руна моя, совсем близко. Где? Что, вовсе нет. Тебе нечем волноваться. Рад, что ты смог забраться так далеко. Так что вперед. Он мне как бы намекает, что там что-то есть. Что ты тут руки свои тянешь? Руки. Сейчас схожу я за твоей груной. Так. Давай возьмем еще гранат. У нас будет два граната и два лука. Вот это тема. Бам, так. Одновременно бросил. Красиво получилось. Красиво. Так, возьмем брутальность. Для чего? Вопрос, я думаю, и так понятный. Пошли за руной, сходим таки. Опа! Мне кажется, у этого костюма корочек другой. Нет. Шприц. Мы не будем сейчас брать. Мы не будем сейчас брать шприц. Мы не будем сейчас брать шприц. Мы не будем сейчас брать шприц. Мы идем за руной. Мы идем за руной. Где она? Тихо. Четко, 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 элементарно, четко, на, вот она твоя руна. Что, она позволит мне от стен прыгать наконец-таки, да? Ну пора уже, пора. Можно использовать монолит-телепорт, а я уже умею телепортироваться. А для чего это? Ты монолит-телепорт? Между чем и... Ну елки-палки, ну елки-палки.
А как руну принести? А чё мы мужика-то без руны оставили? Надо руну ему добыть. Надо ему добыть руну. Он сидит тут. Один. В тюрьме. Посадили. Иногента. Ладно, в другой раз. В другой раз. Теперь я могу натирать статуи эффективно. Эх, опять эти милые правда. Кто там милые эти правда? 54 штуки. Набрал. Сильно. А, бросьте врагов и наносите урон при приземлении. А также, если враг ударился о стену. Это, короче, пенала. Волшебный лук. Чеснок. Что у нас не бывает? Восстанавливает после парирования. Какая интересная параша. Нас возьмем что-нибудь другое. Притягивает врагов в большой области. Бла-бла-бла. Позволяет вносить запасное оружие. Когда это может пригодиться? Фиг его знает. Магазин. Прикольно. Магазин. Прикольно. Запас здоровья. Фляга. Давай откроем, потом в другой мобилке попегаем. Опа! Даже меч. Отбросьте. Хочу посмотреть хотя бы, как это выглядит. Унылое. Унылство. Слушай. Надо паковать. Друг, надо паковать. Выстрелы прошивают врагов насквозь. А это сочно. А это сочно. Давай еще, слушай. Гранату мою зачаруй. Замедление после оттаивания действует в два раза дольше. А, вот оно откуда возникает это оттаивание. 400 ни о чем. Давай другое. Че? А где? Отстойно. Ничего не получилось. Поджигает врагов. Граната плюс 40, если стекает. Блин. Вата. Вата шляпная. Поддержка. Угу. Вот это нормально, зацени. Типа, я, короче, гранаты смогу откатывать выстрелами. Они не сказать, как бы, чтоб такие сильные. Но что-то в них есть. Главное сейчас ногу в сундук не засунуть. Это попозже будет. Помните, да? Помните? Тут там сундук с таким челленджем. Не очень таким приятным. Ну, из хорошего у меня вот нормальный апгрейд на лук сейчас получился. Что замедло стало. Этот, массовое. Это как бы уже поинтереснее. Это что такое? Я вижу, здесь можно упасть. Нормально. Ну, такое... Что-то такое ассасинское есть в этом билде. То есть надо как бы, короче, аккуратно так двигаться. Что происходит? Как это я? Это какие-то ходы любопытные. Идем. Заморозочка. А она ударится в стенку? Да. О, вот это удобно. Вот это удобно. Тише. Тише. А сгореть? А как тебе? Ты, блин, че какой? Ты какой хапуга. А, у меня вода. У меня вода здесь. Она не горит, соответственно. Красиво, красиво, красиво. Тише! Мыши, кот на крыше, а котята еще выше. Статецкий. Статецкий. Очень кстатецкий.
Так, всего плюс 75. Давай вот это возьмем. Мы все-таки фиолетовый шар. А у меня толком нету этой. Опа! Нету стата подходящего. Я считаю, что это непорядочка. Гори, 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 дружок. Опа! Сейчас вот так вот, раз. Чисто. Чисто бричка в дамка. Ёп! Клэмэне! Ах ты, лунтика, кусок! Ну почему? Ну-ка, зачем? Я так хорошо шел. Так хорошо шел. Чизкейк мне в награду. Ну ладно. Откупились. Кровавый меч. 175 урона, если враг заморожен. Может переобуться? У меня силы много. А у меня вот таланты уже взяты. Он, конечно, клевый, но у меня таланты. Таланты, понимаешь? Талант не променяешь. Талант это сам. А где телепорт? Почему я поднимаюсь наверх? Телепорт в таких случаях дают. У меня у зрителя время ценное. Он смотрит. Что я, монтировать что ли буду? Каждая секунда здесь кайфовая. Идем, идем. Рец. Еще статецкий. Так. Давай еще возьмем силушку. Лучникирскую. Хитрые гады. У меня реакции не хватает на вас. Пока. Но я еще наловчусь. Всему можно научиться. Что мне нравится здесь. Руки-то запоминают, руки запоминают. Все ваши мувы. Хитрые и нехитрые. Вот этот вот приятель прям. Ну, кстати, билд тоже интересный. Даже ко мне даже подойти нафиг не могут толком. Если исключить всякие такие ситуэйшены. Ах ты! Вот таких вот чубисов. Колдунов. Волжбиноидов. То в принципе, я прям такой бронированный. Это что такое? О, я нашел чертеж схемы. Вот это да. Чертеж схемы. Начертите схему. Можете начертить схему? А клетка может. Интересно, а душа всегда возьмется, даже если я очень далеко отбегу от нее? Помните? Помните? Я же врубал вот эту фигню. Ключ для этого, что ли, иметь надо? Кто шарит? Напишите, что для этого надо иметь. Чётенько. Чётенько. Опа. Камло. Friendly Fire есть? Не, нет. Молодая девушка. Она что-то сжимает в руке. Опа. Два дополнительных прыжка. Ну, прыжки, я думаю, поинтереснее будут. И нафиг я это съел, блин. Что я сделал? Хотел прыжки взять. Чтобы скакать как. Тих! Да как ты меня одолеваешь? Хитромордый ты. Чингачгук, блин.
Залепил, залепил, залепил. Ну ладно, при всем прочем, при телепортации... Что там написано? Берегитесь мух? Почему? Какие мухи нафиг при телепортации? Это что такое? О чем речь? Кто знает? Кто знает, скажите, в чем дело? Что имеется в виду? Почему при телепортации надо мух оберегаться? Игра слов какая-то, что ли? О чем речь? О чем скрыч? Хочу еще. Обжигающие у меня стрелы есть. Ядовитые есть. Даже не знаю уже, каких хотеть. Тут только... кнопочку бы... Хорошо бы бросать на другую эту. Гранатку бы на другую кнопочку бросать. Было бы... поудобнее. Эх ты! Эх ты! Эх ты! Навонял. И все? Просто спустились вниз? Просто очередной микроданж? Микрочелик залез в микроданж? Бронированный. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. 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 Птичка. Застрявшие стрелы возвращаются. И зачем? Зачем разбивать это в лоб себе? В чем соль? Моя не понимать. Объяснить кто-то моей. Надо, чтобы кто-то умный объяснить мне. Цветочек хочу взять. Где взять цветочек? Как взять цветочек? Магаз? Что тут у тебя? Параша? Вот это чуть-чуть получше моей, но такие деньги отваливают за нее. Это вообще беда какая-то. Я бы сказал кого, да. Лучше промолчать. Кто придумал это яйцо? Цветочек, 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 цветочек. Цветочек очень кстати. Так, давай еще возьмем. Огонца. Инферно-лючник. Клинкс. Из доты. Скачет. Четко. О. Гори, 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 сгори. Гори, сгори. Ооо. 24. Опа, открыли. Открыли двери в казематы. Идем, 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 идем. Я бронированный. У меня много здоровья, много здоровья. Надо взять. Здоровья много. Зомби ходит со стрелами в очке. Это не гигиенично. Стрелу лучше изъять. Это что такое? Выглядит как будто кнопочка. А-а-а! Она задела меня, нет? Тоник, тоник, тоник. Тоник мне... Знаете, где будет интересен? Вот здесь.
Я пока не очень понял как, но иногда, наверное, потом мне, возможно, понадобится подлечиться. И вот там тоник будет хорош. Плюс он покрывает землю напалмом. Что очень кстати. Чё, хорош. Хорош. Ловкач. Ловкач, а ты хорош. Хорош, а ты ловкач. Так. Давай еще наверх. Мы еще направо сходим. Я хочу еще попробовать посмотреть, вдруг здесь еще элитный противник есть. Если он есть, это значит, что я смогу что-нибудь еще ценненько лутануть. No. Вообще ничего? Вообще ничего. Окей. Окей. Идем. 36. Нормально. Нормально. Почти 60 даже набил. Монеточка. Лучник почему-то нарисован там. Почему-то... А что там такого лучниковского? Я думаю, сейчас с боссом у нас все легко будет. На рейнже это проходится ловко. Так, ты знаешь еще, что я сейчас на босса иду? А я иду. Так, напалмовый меч. Напалмовый меч. Я все в порядке, да. Может, он мне под лук зайдет? Окутывает врага горящим маслом и носит на протяжении 10 секунд после попадания по загревшемуся врагу. Стакаются ли эти штучки? Смотри-ка, синий огонь. Слушай, это может быть интересно. Давай оставим. Так. Без цвета бросает гранату, останки жирно взрываются. Перековать. Перековать модификаторы. Плюс 15 урона. 100% если горит. О, бомба! Бомба! Нормально, нормально. Покрывать землю напалмом. Отлично, оставим. Огненный след оставим. Перековать модификаторы. Вот это надо заменить. Стрелы. Стреляет залпом из стрел. Каждый наносит на 4. Чего? Это как? Фига, а зачем это? Дай. Не, не дашь? Ну ладно. Так. Поддержка. Плюс 15 к ловушке. Расплата после убийства. Воля к победе. Убийство в ближнем ускоряет призарядку навыков. Давай вам... Вампирку? Вампирку. Вампирку возьмем. Я теневого пламя, чувачок. Получился. Рассказывают, что любопытно. Понятно. Привратничек. Я тебя уже видел. Ты не такой уж и сильный. Как вот это, как от этого вернуться? Щетка. Не подходи. Я бронированный. Ай. Очень сильные криты лупят. Ах ты! Да на пробивную! Все, дело в шляпе. Хе-хе-хе. Бабло мое. Все бабло мира. И чертеж дубины. Нет, дубина нам не нужна. Классический костюм прив... О! Классический костюм привратника. Классический костюм
Привратник, умирая, жертвы горят. И нахрена они горят? В чем смысл того, что они горят? А меня в хаб сводят сначала, личкнулся. 15 минут. Не пол... я, если бы я его без этого, без удара бы победил, я бы мог нормальный бонус получить. Покрывает напалмом землю. Хочу другие, давай другие. Остатки взрываются. Ну, лучше урон. Замораживает. Шляпа. Застрявшийся врагострел возвращает. Вот это прикольно. Вот это... Хотя, че толк? Ладно. Стрелы тоже ничего. Не, сюда кинем. Что, ты мне сейчас можешь что-нибудь дать? Ясненько. Ясненько, понятненько. Фляжечка. Самое важное. Так, я тогда ходил в этот... В наверх, и мне там не понравилось. А сюда я идти не могу. Так что выбирать можно только из одного варианта. Деревня. О, о, пойдем в насвай. Насвайную деревню. Эпидемия хвори. А мне кажется, с моим билдом здесь будет очень легко. Вы впервые зашли в деревню на сваях. Так, сейчас максимум внимания. Масло, видали, разливается по земле. Яйцо. Личиныч. Личиныч, паучиныч. Что-то, что-то как-то сразу захотелось обратно лук взять. Ах ты! Кусок. Кусок, кусочек. Блин, это, конечно, мощно, то, что вот как бы он лупит. Только вот такой вот нюанс. Это что за краба-самурай? Пират Джек. Губошлёп. У меня билд теперь очень активный стал. Если с предыдущим можно было танчить, вообще не подбираться к противникам, то теперь надо ловчиться. Перейти. Куда перейти? Что за комната? Сокровищ. Магазин? Что такое за лук? Ледяной лук. У меня такой был. У меня такой был. Погнали наверх. Горите там. Он пытался комнату с ключом. Это комната за ключом или что за? Я как будто этого пирата оглушаю, короче, если тычкой попадаю по нему. О, как больно, они жарят. Это кто такой красавчик? Это как у меня. Лук. Выпускаю вдвое больше пуль. Вот так вот нафиг взять и из обоих луков шмалять, да? Прикинь. Множество выпускает вдвое больше пуль без света. С каждым ударом вокруг жертв появляется ядовитое облако. То есть, короче, и подожгли, и отравили. Я вот так сделаю. Я думаю, это ключиц от деревни. Это нужно. Я лучше побегаю со своим сверх дальним билдом. Просто не буду к ним подходить. И все. Личинка. Личинка! Я здесь вот так, вот так, вот так, вот так. И все. Там и отравление, и огонь. Они знают свое дело. Они будут действовать красиво.
О, да, вообще, вот это четко. Иди нафиг, личинка. Это что такое? Ледяное сердце. Звучит? Интересно. Ой! Как я это сделал вообще? Фу! That was close. Станлока бы какого-нибудь чуть-чуть, чтобы они подстанивались и... У меня для этого раньше что, замораживающий лук был, да? А сейчас? Сейчас его нет. Но сейчас есть облако вони и огня. Куда ты катишься так далеко? Тихо! Ай, прям в голову! Ядром в башку ударил. Гадецкий. Да блин. Какой ты... Какие вы все... Юрки. Дай свиток. ХП надо. ХП надо. Вампирка. Живучесть увеличена. Теперь я увеличенный жук. Почему-то лук здесь... на луке монетка изображена. Все продается, дружок. Чизкейк. Чизкейк. Давай купим чизкейк. Купленный вкуснее. Может такое быть? Вполне. Почему бы и нет? Ну какой это умник придумал, чтобы меня по шипам прокатить. Еще одна статуя короля вместе со стражником. И очень большая, даже слишком. Нет? Да, стражник этот. Нормальный такой. А у луков боеприпасы отдельные? Совместные. Мне показалось, что совместные. Так, судя по... Ты что? Стрелы отбрасываешь? Пока. Игра фризнулась. Окей. Запись еще одна пошла почему-то. Ладно. Ладно. Я могу такое представить. Так. Хорошо. Давай возьмем тактику. Программы, которые я записываю. Ограничения, видимо, во времени есть, и началась новая запись. Ну ладно, понятненько, понятненько. Это значит, что надо будет видяшечки склеить. Так, такое я помню. Сильная штука. Ничего не буду брать. Просто пойду дальше. Зомби. А как тебя пробить? О-о-о, впечатало. Да я еще разок. Ты зараза. Да хватит, да хватит.
Пират, блин! При нанесении вам урона враги получают такой же урон. Дополнительный прыжок в воздухе. Да куда? Не то нажал! Опять сожрал амулет. Комната с ключом. Надо в комнату с ключом. Это что такое за личинка в уголочке? Ключик взяли. На выход. Это что за киоск? Что там за киоск такой? Это я уже умею делать. И ключ у меня есть. Ой! Фух, заброшенный склеп. Погнали в склеп сразу. Да, давай. Перековывать. У меня все отлично. Модификации все есть, нужны. Так, заброшенный склеп. Знать, бальзамировали и хранили саркофагов. После довольной церемонии... Босс? Вы кто, девушка? Так вот та аномалия, которую она ищет. Ты забрался очень глубоко под падшей. Ты идешь дорогой тьмы. Свет монолита стражников укажет тебе дорогу. Но надолго ли? Что? Девушка, о чем вы вообще? Прямо за тобой. Вот этот яркий свет. Вот тут. Окей, погнали. Платили, проваливай. А у меня нет денег. Дай денег. Иди на свет. А я как без денег пройду? Или это просто оружие там? Я в какой-то прям вообще ад, адыч. Спускаюсь. По-моему, у меня экран темнеет. Типа долго нельзя находиться, наверное, без света. Ловко. Так. Так. Так, сейчас бомба откатится. Ой, какая красивая получилась. Чётенько, 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 чётенько. Найден секрет. Какой секрет? Малахит. А, понял. Куда я попал? Сверху, 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 дайте сверху. Ну, нет, пожалуй. Но, блин, ну интересно. На, куси кусок жопы. Так. Чистый гвоздь позволяет атаковать в движении. А в чем его сила? Сила. В чем сила этого гвоздя? В уроне сильном.
ничего не понял. Из понтовой награды. А теперь еще и слиться можно из-за любой фигни. Вот особенно из-за этой. Сгори там. Ну блин. А ты кто? Что это такое за монолит? Ты враг? Ты враг. Блин. Опасно. О! Фига себе! Фига себе! Телепорт нафиг! Нафиг отсюда! Валим! Да куда вы? Четыре! Осталось 4 гнома! Тихо, гном! Гном-гномыч! Еще 2 гномыча! Гвоздь. Тихо, блин, надписи мне все заполнили. Это что? Это кто? Это просто выстрел. И как вот это победить? Фу, да, я снял. Эй, блин, тихо. Что-то у меня накопилось там. Света надо. Надо света. Дайте света. Где света? Ты света? Там какая-то то ли руна, то ли еще что-то. Фух. Куда ведешь? Ключ. Я взял ключ. И куда мне с ним? Ах ты! На косарь напрыгнул на меня. Гад. Вот, сюда. По-любому сюда. Открыто. Что здесь? Final босс? Офигеть, сколько гномов. Тише. Погорите, гномы. Телепорт. Это кто такой? Тихо. На реакциях. Обалдеть. Тихо. Стражник из Кастлвании. Шипованный щит. Все, это вход. Это вход. Дальше. И куда? И куда ты меня ведешь? Еще ключ. О, лютая локация просто. Лавка. Трупы ожили. Так, эксперименты. И все. Отдать что-нибудь. А угостить чем-нибудь. Доблестного путника. Опа, рунку видели? Видели рунку? Я увидел. И куда она? Куда мы теперь? По красоте. Вонючек.
Еще дальше. Мне уже ключ дадите? Молодцы. Так. Ну это уж точно финал моего терпения. Потная локация. Часовая комната. Ну что? Наградочку? Это что за фигня? Я не пойду туда. Я пойду сразу на финального босса. Я готов ко встрече с ним. О, да уж. Это, конечно, жесть. Что-то тут все нормально. Так. Тут тоже все нормально. Хранительница времени. Отсюда виден почти весь остров. Весь остров. Ну что? Привет, хранительница времени. Так-то не похоже. Ой. Тихо. Я почти забил их. Стрелы кончились. Стрелы кончились. Ай. Отпусти. Как стрелы это вернуть? Давай доведем дело до конца. А это что было? Начало, что ли? Да блин, как от этой атаки уворачиваться? Дай выпью-то хоть. Выпить надо. Почти, почти, почти. Да я пробью тебя. Ты сгоришь, ты сгоришь, ты сгоришь, ты сгоришь. На тебе. О, ничем хорошим это не закончится. Yes. Фу. Потная баба. Стоит сказать. Кинжал ассасина. Так, скорость света. Одну минуту. Мне надо кое-что проверить. Проверил, все ли у меня на месте. Все у меня на месте оказалось. Ай, поехали, значит, кинжал ассасина. Что, поменять, что ли, правый лук? Пускает стрелу вверх. Че к чему? Зачем? Следующий уровень. Проход к королевскому замку и заброшенной винокурни. Мне выбор, наверное, сейчас дашься, да? Так. На. 5%. Кайф. Ну-ка, ну-ка, ты, может, все расскажешь новое-то, а? Конечно. Расскажет он. Мутацию. Так. Королевский замок. Давайте мы на этом остановимся. Это мы очень далеко дошли. И начнем дальше отсюда же. Вы молодцы. Приятного вам отдыха после этого видео. Вы лучшие зрители. Поддержите меня лайком, подпиской. Хорошего вам вечера.